Шаучам тапасти тикшам ча, маунам сватьяям аджавам, брахмачарьям ахимсам ча, саматвам двандва самгьяйо. Шаучам чистота. Тапа. Аскетизм. Титикша. Терпение. Ча. А также. Маунам. Молчаливость. Сватхьяям. Изучение вед. Арджавам. Простота. Брахмачарьям. Воздержание от половых отношений. Ахимса. Отказ от насилия. Ча. И саматвам. Невозмутимость. Двандва самгья. В ситуациях, воспринимаемых как проявление двойственности. Перевод текста. Чтобы служить гуру, человек должен учиться быть чистоплотным, аскетичным, терпеливым, молчаливым и прямодушным. Он должен изучать веды, воздерживаться от половых отношений, избегать насилия и не терять внутреннего равновесия, сталкиваясь с двойственностью этого мира, жарой и холодом, счастьем и горем. И так далее. Здесь описываются качества ученика. И в Бхагавад-гите есть аналогичные термины, используются в описании качеств брахмана. То есть качество деятельности. Здесь качество знания, есть качество деятельности, здесь описываются. Качество деятельности через гуна-карму можно изменить свое существование, через качество деятельности. Деятельность также в трех гунах природы, она связана с гунами природы, с качествами. Если мы хотим улучшить качество, то нужно выбрать деятельность лучше, чем обычная. Применяем в своей жизни, в практике. У нас уже есть свой образ жизни, свои привычки. Мы приходим с ними в сознание Кришны, и вот наша задача – улучшить наш образ действий, образ жизни. Мы видим, что преданные часто хотят сразу улучшить образ мыслей, контролировать ум, научиться, не обращая внимания на образ жизни свой, забывая, что вот с этого начинается образ мыслей новый, новые поступки. Поэтому, собственно, если человек перемещается, скажем, идет в гости или переходит в какую-то другую культуру, за границу едет, то там его посещают новые реализации. То есть ум как бы освежается, потому что новый образ жизни он воспринимает. Поездки в Индию особенно, если мы видим святую Дхаму, видим, как там люди живут, видим их привычки. Мы невольно начинаем подражать тем местам, тому языку, как бы, тем настроениям. И это создает нам новизну восприятия мира совершенно иную. Затем снова возвращаемся в свой привычный дом, и мысли тоже возвращаются те же самые. То есть зависит от образа жизни. Вот. Поэтому здесь говорится, как нужно учиться у духовного учителя, нужны качества деятельности. Чистоплотность здесь не имеется в виду чистота сердца. А чистота сердца – это смирение уже, это другое. Здесь не говорится об этом. Нужно еще прийти к смирению. Как? Ну, вот через чистоплотность, через аскетизм. И таким образом, если есть вот эти качества – чистоплотность, аскетизм, терпение – необходимо при аскезе, конечно, молчаливость и прямодушие, то есть нужно быть
простым в общении, не говорить неправду, не заниматься дипломатией, просто это делать. Воздерживаться от половых отношений, избегать насилия. И здесь что происходит? Происходит некое напряжение в уме, потому что в уме и чувствах есть эта потребность и половых отношений, и говорить иногда неправду, иногда не обращать внимания на свою чистоту, может быть, сегодня не помыться. То есть в уме всегда есть тенденция против. И здесь говорится изучать веды. Это для ума. Вот. Таким образом, терпеть аскезу, и вот это терпение не просто использовать для своего какого-то испытания, да, на терпение, а для того, чтобы изучать шастры. То есть человек немножко всегда чуть-чуть голодный, всегда чуть-чуть тело не удовлетворено, но при этом его ум становится, как мы говорим, напряженным, острым. И в этот момент вот хорошо изучать шастры. Острый ум. То есть те потребности тела, которые у нас есть, естественные, да, телесные потребности, их нужно, эти потребности, занять в Кришне. Хотите есть вкусно, ешьте прасад. Хотите видеть красоту, идите к божествам. Хотите знать, как общаются мужчина и женщина, читайте отношения Гопи и Кришны. И если хотите интересно знать, как люди сражаются, боевые сцены Махабхараты, изучайте. Вот в ведах найдите вот эти потребности, отклик этих потребностей. И плюс аскеза. Таким образом меняется гуна-карма, качество. Уже приобретается качество знания. И не просто мы изучаем веды ради информации, а именно трансформация происходит в сердце. Вот. Таким образом мы получаем знания духовного учителя. Давайте почитаем комментарии. Под словом шао-чан или чистоплотность подразумевается как внешняя, так и внутренняя чистота. Снаружи чистоту поддерживают, омываясь хотя бы раз, а самое лучшее 3 раза в день. Ну, зависит от климата также. В жаркое время 3 раза в день нужно омываться. В Индии невозможно омываться 1 раз. В жарком климате Индии невозможно одно омовение делать. Вот тут же будут нападать микроэлементы. Будут проблемы. То есть там нужно 2-3 раза в день омываться в жаркую пору. В таких регионах, как Екатеринбург, омываются раз в неделю. Там очень холодно, поэтому никто не загрязняется, не потеет даже никогда вообще. Можно полгода не мыться и можно быть чистым. Я шучу, нет, преданные омываются всегда. Минимум раз, типа утра точно. Но если у кого-то совесть есть, он будет больше омываться будет тоже. Это про Екатеринбург мы говорим, да. Вот, значит, хотя бы раз тут написано, и самое лучшее 3 раза в день. А внутренне чистым человек считается, когда он свободен от скверной гордыни и эгоизма. Но это уже качество знания здесь. Свобода от гордыни, от аханкары, это уже качество знания. Значит, внешняя чистота, она переходит во внутреннюю чистоту. Видите, как интересно? То есть, начинает познавать свою аханкару. Присутствие аханкары, идя путем чистоты, мы неминуемо обнаружим эту тонкую причину скверны в себе. Тонкую причину. Значит, человек грязный, внешняя одежда не стиранная, там, не моется, зубы не чистит, там, не так хорошо. Значит, тонкая причина в аханкаре, знаете это. То есть мы не критикуем людей за их вот внешнюю нечистоту, мы сразу даем им трансцендентное знание. Мы не распространяем знания о чистоплотности, потому что мы знаем как бы тонкую причину этой нечистоты. Или алкоголизм, или другие вещи. Мы тоже не говорим об этом слишком много, а мы говорим о сознании Кришны, к этому хотим прийти. Но при этом можно указать, что есть вот вещи, которые хорошо бы исправить, чистота в уме и прочее. И есть метод. Метод настолько тонкий, что люди его не осознают. Причем тут мое сознание, причем тут алкоголь. Нормальное у меня сознание. Я даже когда пью, не пьянею, человек говорит, я нормально, трезвый всегда. То есть у меня все в порядке.
Это ложное, как говорит. Причем, когда человек обвинен, оно становится совершенно очевидным элементом. Ну, не замечает, как он говорит, глупости всякие, вот, становится надменным, все это замечают, все это видят, что он сумасшедший. Вот это ахамкара. И поэтому мы, собственно, с ахамкарой-то и не боремся, как непосредственно это невозможно сделать. Здесь, говорится, есть вот духовный учитель и отношения, то есть гуна-карм, образ жизни. Тапа, аскетизм, означает, что человек, не поддаваясь иррациональным импульсам, возникающим в уме, продолжает исполнять свои обязанности. Особую опасность для человека представляют гнев, который вспыхивает как огонь, и сексуальное желание. Не обуздывая импульсы похоти, гнева и жадности, люди теряют способность здраво рассуждать. Это понятно, да? Что нам мешает понять философию? Вот тут описано. Похоть, гнев, жадность. Вот это проблема с философией, проблема сегодня в мире, потому что много вот этих низших побуждений влияют на ум человека. Они подобны, ну, как бы наркотику, подобны наркотику. Вы знаете, да, что человек вот выпивает дозу спиртного, небольшую, и потом хочет добавить, и потом еще хочет добавить, и еще хочет добавить, и пока не потеряет сознание. Вот это вот опьянение. И также, если есть похоть, гнев и жадность, они вот еще хотят что-то добавить к чувственным наслаждениям. Они всегда не удовлетворены. И к этому добавляются все остальные как бы вот недостатки для чувственного наслаждения, все, что человек делает, пока он не сойдет с ума. Это вот такие формы иллюзии, как мада, до сумасшествия. И причина не в интоксикациях так каковых, а вот в похоти, гневе и жадности. Даже богатый человек, он не удовлетворен своим богатством, смотрите. Жадность невозможно ничем удовлетворить, говорят ачарьи. Если похоть можно на какое-то время удовлетворить, и гнев тоже можно как-то, ну, поругаться там и остыть. А жадность нет, она непрерывна и постоянна. То есть вот в этой сфере люди живут, даже не замечая, они живут постоянно в этой сфере, в этом умонастроении. И когда они слышат о жадности, они не могут разобраться, где жадность. То есть она их окутала с ног до головы. Ничего, кроме жадности, они не видят. И видят глазами жадности, язык, речь на платформе жадности, и поведение на платформе жадности. И умирают они в жадности, поэтому они не могут разобраться, точки отсчета найти. Но, как говорил Архимед, дайте точку отсчета, я переверну весь мир. То есть дайте мне другую точку отсчета. Если не жадность, это что? Вот это мы получаем как раз точку отсчета, как от духовного учителя. Это и есть духовный учитель. Соизмеряясь с его настроением, мы вот начинаем переворачивать свою жизнь именно. Что оказывается, я вот очевидно становится это, эти элементы. Человеческая жизнь — это уникальная возможность положить конец невыносимым страданиям, связанным в первую очередь с рождением, смертью, старостью, болезнями. Вишну Пуране 3.8.9 утверждается: «Варнашрама чаравата парушена парах пуман вишнур а раттяте панта нанья татташа каранам». Духовное совершенство доступно любому человеку, если он будет посвящать всю свою деятельность и ее плоды Верховной Личности Бога, Вишну. И при этом не обязательно человеку становиться гением, ученым или ачарьей. Он просто становится чистым преданным. Любой человек. Чтобы стать ачарьей, наверняка нужна еще какая-то харизма, то есть, ну, план свыше для этого. И не нужно думать, что все чистые преданные становятся ачарьей. Нет, это от Кришны зависит. Есть очень много чистых преданных, которые не видны, не слышны, как бы в социальном смысле слова. Любой человек, здесь говорится, может стать чистым преданным. Да.
Господь Кришна ясно говорит Бхагавад-гите 18.45 «Свесе кармань абхирата самситим лапате нара». Не обязательно принимать монашеский образ жизни или становиться йогом и уходить в лес. Совершенство можно обрести, посвящая Верховному Господу свой труд. О том же самом, о том же говорит и Бхактивинод Такур «Нама ашрая кари ятане туми та каха абана кадже». Если человек искренне примет покровительство святых имен Кришны, повторяя «Харе Кришна, Харе Кришна, 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 Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, 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 Харе Харе», он сможет обрести духовное совершенство, не прекращая заниматься своими повседневными делами. Видите, в этом смысле просто. Если устранить идею конкуренции между вайшнавами, оказывается, достаточно просто воспевать Харе Кришна мантру, чтобы вернуться к Богу. Не обязательно быть каким-то выдающимся святым в глазах окружающих. Это настолько тонкий вопрос, что касается святости, и, как правило, она незаметна на самом деле. Незаметна. Просто если кто-то принимает саньясу для проповеди, то его становится обязанностью быть в центре. Это не его желание быть в центре должно быть, иначе это не саньяса. А его становится обязанностью быть в центре. То есть культура такова. Но это не означает, что саньяси стремится быть в центре. Это стремление означает, что он привязан к славе. Поэтому на самом деле многих святых как раз не видно. Они не проявляют себя с материальной точки зрения каким-то образом. До Господа Читания вайшнавов никто не замечал вообще. Они не выглядели учеными, скажем, не выглядели какими-то йогами продвинутыми. Они даже были не заинтересованы в семейных каких-то вот отношениях и больших каких-то там праздничных событиях, не знаю, то есть не были в центре культуры или в центре науки, не было. До Господа Читания. Вайшнавы были незаметны и считали просто, ну как, попрошайки. Даже благочестивые люди не понимали их. Пока не пришел Господь Читания. Он был в центре. Вдруг в центре Ньяи, в центре вот культуры, там большая свадьба и все остальное. Он всех побеждал во всех отношениях. Но с какой целью? Чтобы увлечь их к преданному служению. И затем, когда он принял посвящение Тишварапури, он вдруг внезапно изменился. Он потерял интерес ко всей этой Ньяи. И все это вдруг увидели, эту разницу. И люди стали думать, что же такое преданное служение. То есть до Господа Читания они даже не обращали внимания на этих преданных, которые ждали и молились, когда же вот придет Господь к нам. И пришел Господь Читания, они узнали его. Никто его не узнал, кроме преданных. Это их квалификация. Преданный, он просто знает, что имя Кришны и сам Кришна не отличны. Вот и все, что он знает. Он может не знать каких-то там великих, больших наук, и не блистать какими-то, ну, гьяной, может быть, там чем-то еще. Но он знает одну хорошо и очень вещь, что Кришна и его святое имя — это одно и то же. И так он может обрести духовное совершенство, повторять святые имена, не прекращая заниматься своими повседневными делами. Когда же, к несчастью, человек пренебрегает правилами цивилизованной жизни, которые запрещают незаконные половые отношения, миссоединения, употребление одурманивающих веществ и участие в азартных играх, его захлестывают волны похоти и гнева, полностью скрывая от его взора реальность духовной жизни и погружая его сознание в призрачные картины временного материального тела. А Господь Кришна говорит в Бхагавад-гите 3.39 «Авритам гьянам этена, гьянино нитя варина». Кама рупьяна каунтия, душпурена наленача. Так чистое сознание живого существа, изначально обладающего совершенным знанием, оказывается во власти его вечного врага, вожделения, ненасытного и пылающего, подобно огню. Следовательно, слово «тапа»
употребленное в этом стихе, означает, что нужно исполнять свои обязанности, не теряя самообладания и не позволяя вожделению, гневу и жадности выбивать себя из колеи. То есть колея — это наше служение духовному учителю, служение искону, служение вайшнавам, изучение шастр. Это самая колея. Не потому человек оставляет движение, сознание Кришны из-за каких-то анартх. Не по этой причине, а потому что отказывается от преданного служения. Он и с анартхи может начать свой путь очень хорошо и прогрессировать. Друг Махарадж, он поклонялся Господу с анартхами, с материальными желаниями. Но это не мешало прогрессировать, потому что он выполнял наставление духовного учителя, он очистился от этих анартх в итоге. Поэтому не нужно думать, что из-за анартх человек отходит от движения сознания Кришны. Нет, отходит он потому, что оставляет эту колею служения. В Бхагавад-гите говорится «апичет судурачаро». Даже если человек что-то дурное сделает, анартху, очень плохую вещь, но продолжает преданное служение, он остается чистым. Важно продолжать преданное служение, даже если мы совершаем какие-то ошибки или проявляем какие-то нехорошие качества вдруг. То есть причина в том, что человек оставляет преданное служение. Даже что касается оскорблений, говорится, чтобы избежать оскорблений святого имени, нужно постоянно повторять святое имя, из колеи не выходить. Если даже мы склонны критиковать, ум наш стал завистливым, грязным, нам самим плохо, все равно нужно постоянно повторять святое имя, не выходить из колеи. И постепенно таким путем можно избавиться от оскорблений и постепенно от всех анартх. То есть вся ценность в преданном служении. С другой стороны, Махараджа Бхарата, он был практически уже чистым. Лишь она, одна анартха была, привязанная к оленю. Всего лишь одна анартха была. И он сошел с пути на какое-то время. Он почему? Оставил свое преданное служение. То есть это был выбор. У нас не одна анартха, у нас много анартх, но мы не оставляем преданное служение. Почему? А мы еще не поменяли свой выбор. Мы все еще решительно настроены на преданное служение. То есть вопрос стоит о выборе. Это главный момент. Не об условности живого существа, а о его выборе. Что даже если ты самый грешный из всех грешников, зайдя на корабль трансцендентного знания, ты пересечешь его, этот океан невежества. Более того, грехи, которые накоплены нами в прошлом, они не разрывают связь с Богом никак. А апарадхи могут навредить. Но если человек решительно настроен воспевать и продвигаться дальше, он может преодолеть этот период, опасный, самый опасный период, оскорбительный, он может все-таки преодолеть. Нама-апарадху можно преодолеть. И подняться на уровень нама-абасы. Это возможно. И там, собственно, человек может легко справляться с анартхами своими. И тем не менее, если даже он справляется с анартхами, нет гарантии, что он не может вернуться снова к материальному существованию, потому что выбор остается за ним. Я не вернусь, конечно, может быть, нет планов вернуться к материальному существованию в низших формах, в низших гунах, в низшем образе жизни. Но я могу выбрать более чистый образ жизни в материальном мире тоже. И не вернуться к Богу. Я могу попасть на высшую планету, допустим, или жить там, где есть порядочные живые существа в нашем адхарме. Тоже они все религиозные, они все практикующие. Мне достаточно, собственно говоря. Могу не торопиться к Богу. Но если кто-то, как Друва Махарадж, с таким, знаете, материальным даже желанием, одержимостью фактически, и обращается с такой решимостью к Богу, выбирает все-таки Бога как решение всех своих проблем, доходит до конца. Он освобождается, по милости Кришны, от всех проблем. Значит, не позволять вожделению, гневу и жадности выбивать себя из колеи. Из колеи служения. Слово «титикша» — терпение, значит, что трансценденталист должен уметь прощать. Терпение, так,
объясняет Прабхупада тоже. Материальный мир изобилует затруднительными ситуациями. И пока человек не научится прощать, его будет преследовать желание отомстить, которое отравит его духовное сознание. Есть даже такие культуры, где месть — это благородное занятие, так долг рассматривается, месть. То есть это тактика войны именно. То есть люди не живут в мире фактически никогда в этом сознании. И месть, она вот является высшим законом за убийство, убийство и так далее. Там. И этот закон тоже, ну, держит в каком-то вот мирном таком русле, ну, в каком-то равновесии культуры общества. Есть такие культуры. Но здесь говорится о культуре умиротворенности полной. Для того, чтобы достичь мира и счастья в душе полного, да, настоящего умиротворения, нужно учиться прощать. Это тоже великая наука. Отомстить, которая отравит ее духовное сознание. Маунам или молчаливость означает, что человек не должен вести бесполезных пустых разговоров. Можно обсуждать вопросы, актуальные для всех. Например, как возвратиться домой обратно к Богу. Полное молчание — признак невежества. Камень молчит, потому что ему недостает сознания. Ну, то есть глупец же тоже молчит. Поскольку каждое явление в материальном мире имеет свою духовную противоположность, в ведах встречаются предписания как негативного, так и позитивного характера. Негативному запрету говорить соответствует позитивное указание. Всегда говорить о Кришне. То есть что такое молчание? То есть о чем тогда говорить? Молчать, не говорить то-то, то-то, то-то. И молчать значит говорить другое. То есть маунам означает не говорить о себе, о своих желаниях, не стимулировать свои желания, не выслушивать капризы других людей. Вот для этого маунам дается. Но смысл маунам — думать о Боге. Значит, когда мы говорим о Боге, мы не нарушаем маунам. Как раз в этом смысл маунам. Негативному запрету, да. Говорить о Кришне, позитивное указание. Сататам киртаянтамам. Нужно всегда говорить о Верховном Господе, повторяя Его святое имя и воспевая Его славу, игры спутников и так далее. И так далее, значит, много чего, оказывается, раскрывается через вот этот вход, небольшой вход. Кришна, как будто бы мы видим, небольшой вход, да, вот так он выглядит. Вот несколько игр помним. Прочитанных. Но войдите в этот небольшой вход, и мы увидим с вами большой безграничный мир духовный. И так далее. То есть конца не будет. В Шримад Бхагаватам также сказано «Шраттавья киртитавьяща деях пуджяща нитьяда». Нужно всегда слушать о Кришне, Верховной Личности Бога, прославлять Его, медитировать на Него и поклоняться Ему. А говорить о Кришне можно тогда, когда человек уже освободился от зависти, вот этих форм опьянения также. Например, можно обсуждать, как Кришна выглядит. Если нет зависти, то мы погрузимся в трансцендентное счастье. Вспомни, как он выглядел, когда вышел из озера Калии. Там Прабхупада описывает. Как он выглядел, он там находился в этом озере Кали, боролся со змеем. Он покорил его, он ходил по его головам, танцевал. А затем, когда жители Вриндавана уже готовы были расстаться с жизнью, думали, что потеряли Кришну, он вышел оттуда, но вышел в таком необычном виде. Он весь был покрыт практически золотом. Он так украшен, как никогда. И даже там описывается. И также и гопи его украшают цветами, Яшоду украшают его тоже гирляндами, коронами, мукутами, ожерельями. Вот это тоже все рассматривается. Если без зависти рассматривать, мы будем всегда восхищаться, как удивительно
Как удивительно, Кришна выглядит везде по-разному, что везде по-разному его одевают, везде по-разному хотят его нарядить, везде его любят. И день это дня, час это час, он все красивее и красивее становится. Искусство это не имеет границ. Также есть пуджари, великие пуджари. Есть великие пуджари, которые каждый день Кришну одевают вот в чем-то по-разному. В чем-то по-разному. Мы были в Удупе Кришна когда, и нам подарили эту книгу. Книгу божеств. Книгу божеств, которую, ну, там можно купить в магазинах. Все, весь Удупе Кришна влюблен в это божество, в Кришну. И там даже есть секрет этого божества, который знают только браманы, как смотреть на него. Вот. Там две пары глаз, оказывается, есть у него. Одна пара глаз не видна. И настоящие глаза, они браманы знают, где находятся. То есть есть свои секреты еще медитации на это божество. И там есть пуджари, очень знаменитый, потому что вот ради его как бы вот божеств, который надевает Кришну, выпустили этот альбом. Это шедевры. Шедевры, в общем, поклонение божествам. На праздники и прочее. И там есть как бы его творчество. И при этом не отклоняется от стандартов. Оказывается, то есть так много красоты и разнообразия можно видеть каждый день, если созерцать божество внимательно. Каждый день можно быть в таком блаженстве. Да? Вот пуджари, Прабхупада говорит, они уже с Богом, говорит, им не нужно больше ничего. То есть если они поглощены вот этой деятельностью, они уже непосредственно с Кришной общаются. Вот так. И прославляя Кришну, медитировать на Него и поклоняться Ему. В 21 стихе этой главы утверждалось «Шабде парича нишна там». Нишна там. Истинный духовный учитель, знаток шабде паре, трансцендентного звука, который описывает духовный мир. Только по звуку можно узнать о духовном мире и почувствовать его. Звук — это и есть доказательство, трансцендентный звук. Материально не является доказательством, он обманывает. Майя тоже звук издает, иллюзия. Будоражит воображение только. А трансцендентный звук, он передает реальность. Никто не в состоянии искусственно не думать ни о чем или постоянно молчать, как советуют нам глупые сторонники выдуманных методов йоги и медитации. Иногда так говорят в клубах йоги. Садитесь и ни о чем не думайте. Но никто это невозможно сделать. Пытаются люди. Они засыпают после, когда так расслабляются. И когда засыпают, им кажется, что они были в медитации. Так, вот ну, такой момент существует. И, конечно, надо отдать должность, что это необычный сон при расслаблении. Они, конечно, отдыхают, чувствуют себя лучше. Но это еще не медитация, не дхьяна. Просто следует быть настолько погруженным в служение Кришне и с такой любовью прославлять Его, чтобы у нас на пустые разговоры не оставалось времени. Простая формула. В этом смысл слова «маунам». Ну, конечно, это великая аскеза «маунам». Ведь хочется сказать что-то от себя. Тут что-то кто-то говорит, и я не могу слушать, мне хочется ответить. Но я же не могу слышать такие вещи. Я же понимаю, что он не прав. Мне нужно вмешаться в это. Попробуйте, вы увидите, это непростая вещь. Может разорвать изнутри все. Если не говорить о Кришне. Те мудрецы, которые давали обет маунам, вот такой имперсональный, их боялись обычные люди. Они могли проклясть, у них было столько вот этой энергии внутри. Потому что когда человек не говорит, у него его разрывает, вот эта сила оказывается. Сватхьяям означает, что человек должен в меру своих возможностей изучать веды. В меру возможностей. А также передавать эти знания другим. В Бхагавад-гите говорится, что браман должен обладать как гьяной, так и вигьяной. То есть есть он должен, то есть он должен знать Писание и уметь применять их на практике. Вот что нам сегодня важно вот, обратить внимание, старым преданным, пожалуйста, на практике применять. Это не сложно, не думать, что это сложно как-то. В
простых, в быту, там, ну, простых вещах, в общении. Ну, в той сфере деятельности, в которой мы находимся каждый, не имеет значения. Нужно применять все эти самые возвышенные знания, которые кажутся вообще, ну, за пределами нашего быта. Нет, 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 нет. Они все пронизывающие. Они в быту нашем тоже. Они в нашей привычке одеваться, они в нашей привычке ходить, говорить, реагировать на что-то, то и другое. То есть они во всем. В этом заключается мудрость, что Кришна во всем. То есть применять на практике. Изучать нужно в первую очередь те книги, благодаря которым усиливается наше желание служить Верховной Личности Бога. Его Божественная Милость, Ом Вишнупад Парамахамса, Париваджакачарья, Штатарашта, Шри Шримад Бхактивиданта Свами Прабхупад. Всего за несколько лет создал целую библиотеку трансцендентного знания. Примерно 10 лет заняло Прабхупада это ежедневного труда, еженочного труда. Если точнее сказать, 10 лет еженочного труда. Создавались комментарии. И сейчас мы являемся свидетелями того, как искренние читатели в самых разных уголках нашей планеты, применяя принцип Сватхьяям по отношению к этим книгам, таким как Шримад Бхагаватам, Бхагавадгита, как она есть, Читание Чаритамрита и Нектар преданности, начинают испытывать экстатическое неудержимое желание служить Верховной Личности Бога. Вот для чего нужны нам эти писания. Благодаря этой трансцендентной литературе международное общество сознания Кришны расширяется день ото дня. Сватхьяям не имеет ничего общего с придуманными интерпретациями священных писаний. Кроме того, не следует пытаться прослыть так называемым ученым, читая все книги подряд. Я читал последний раз в Бишкеке, это вот вчера, наверное, было, первую песню Шримад Бхагаватам, и там Прабхупада описывает, касается темы падения дживы, но практически не описывает ничего. Он там упоминает, что это не имеет особого значения вопрос. Сегодня так много споров мы слышим, то там, то здесь, вообще не на жизнь, а на смерть. Как упала джива? Прабхупада сказал, это не имеет особого значения, особой важности вопрос не имеет для нас. Зачем себя перегружаете какими-то, какой-то информацией, потом начинаете спорить, спорить и жизнь посвящаете этим спорам? Это не имеет большого значения для нашей практики. Узнаете, вернетесь, узнаете все. Факт, что мы здесь уже, что тут... Были мы в духовном мире, не были мы в духовном мире, и сражаются, сражаются, и вообще все это, тратят часы, бесед на это. Изучать нужно те книги, которые по-настоящему вдохновляют нас в духовной жизни, прибавляя нам знаний и отрешенности. И замечательным примером такой литературы могут служить произведения Шрилы Прабхупады. Но это правда, как только появилась Бхагавад-гита, как она есть в мире, сразу появились преданные, практикующие. До этого не было ничего. Читали, но никто не практиковал. Слово «арджавам» значит простота или прямота, открытость. Шрила Шридхар Свами приводит синоним слова «прямота». «Свачхатам» — то есть чистота или прозрачность. Синоним. Тот, кто не чист сердцем, выбирает в жизни нечистые, кривые пути. Прямота не означает, что мы должны под видом правды оскорблять других. Это значит, что человек должен смиренно говорить истину. Под словом «брамачарья» — воздержание от половой жизни — подразумевается как полный отказ от общения с женщинами, так и строгое следование ведическим принципам семейной жизни — допускающим половую жизнь в целях зачатия благочестивых детей. Слово «ахимсам» указывает на то, что нельзя применять насилие никаким живым существам. По-настоящему следовать ахимсе невозможно, если не разбираться в сложных законах кармы, заставляющих живое существо наслаждаться или страдать.
конце концов, мир полон насилия и законы природы, согласно которым к нам приходит старость, болезни и смерть, сами по себе являются инструментом насилия. Следовательно, совершенная ахимса заключается в том, чтобы побудить других предаться Кришне и тем самым освободиться из-под гнета законов материальной природы. Здесь имеется в виду, что материальный мир соткан из насилия. Мы видели Джайна в Бишкеке, приходил человек из Индии, джайнист, следует правилам. И есть, говорит, два типа джайнов. Я спросил, носите ли вы повязку, что джайны, они даже не дышат без повязки, считая, что они вдыхают живые существа. И ходят они с чамарой, с метелкой, чтобы подметать перед собой дорогу, чтобы не наступить тоже на какой-то организм. Вот. И он сказал, нет, есть два вида джайнов сейчас, вот, которые именно делают, ходят с чамарой и повязкой, и есть другие, которые без повязки ходят. Вот я, говорит, тот, который без повязки ходит. Вот, джайнисты. И Прабхупад говорит, все равно они пьют только кипяченую воду, чтобы не выпить какое-то живое существо, микро. Но когда вы кипятите воду, вы же убиваете все равно живых существ. То есть вы сметаете какого-то жучка или паучка, но там микроорганизмы, и все равно раздавливаете кого-то. Даже когда ходим мы, или дышим, или пьем воду, или едим пищу, все равно пища — это тоже вот живое существо, те же зерновые, это все соткано из насилия. Живот живася джива нам, так говорится, это материальный мир. И в конце концов, говорится, насилие совершает сама природа, карма. Нам навязаны законы кармы нашими поступками, насильно, хотим или не хотим. Поэтому мир ахимсы, он — это духовный мир. Если мы проповедуем духовные знания, чтобы люди могли освободиться из этого мира насилия, это и есть путь ненасилия. Путь ненасилия. А другой метод — преданные пищу предлагают Кришне. Кришна съедает как бы эту вот карму, да? Эта пища становится карма или съеденная пища. Это тоже как бы форма ненасилия, принимать пищу, ахимса. Не убивать коров, которых мы берем молоко, но хотя бы вот такие вещи, которые шастры нам рекомендуют. Не углубляться в микро вот этот вот микрофилософию или макрофилософию, а касаться наших человеческих практичных законов, которые помогут нам духовно прогрессировать. А ум, он, видите, он хочет заглянуть в микромир, в макромир, он просто подсмотреть что-то хочет, он везде пытается вот заглянуть. И превращается практика в некую форму развлечения. Развлечения. А здесь говорится, необходимо применять на практике то, что мы изучаем. Саматвамдвандва самгьяйог означает необходимость сохранять спокойствие, сталкиваясь с проявлением материальной двойственности, неизбежно вызывающим беспокойство. Бхагавад-гите 2.14 Кришна говорит: «Матрас паршас тукаунтия шитошна сукхадукада агампайна нитяс тамсти тикшаса бхарата». Но сын Кунти, счастье и горе приходят и уходят, сменяя друг друга, как зима и лето. Они возникают от соприкосновения чувств с объектами восприятия опытом Абхараты. Поэтому нужно научиться терпеливо переносить их, оставаясь невозмутимым. Зиму мы называем зимой, потому что холодно. Чувственное восприятие зимы. А лето, потому что жарко. Это чувственное восприятие лета. На самом деле есть и другое восприятие зимы и лета, как ход времени вечного. Философы могут это видеть, что это не просто зима и лето, это время. Мы видим, если мы молоды, мы видим старого человека. Мы даже не замечаем, что мы видим самого себя, потому что это чувственное восприятие говорит: «О, человек старый, неприятный». Другой вид биологической жизни. Я обхожу стороной его. Это чувственное восприятие.
А разум видит самого себя. То есть это чувственное восприятие. Матрас паршаш, такая вот и я, говорится, поэтому ну, знаю эти вещи. И титикшасва парата, можешь оставаться невозмутимым, понимая это. Можешь терпеть легко. Мы прочитали с вами комментарий, довольно объемный, интересный был комментарий. Я еще раз прочитаю текст, перевод, и могут быть вопросы, дополнения. Чтобы служить гуру, человек должен учиться быть чистоплотным, аскетичным, терпеливым, молчаливым и прямодушным. Он должен изучать веды, воздерживаясь от половых отношений, воздерживаться, избегать насилия и не терять внутреннего равновесия, сталкиваясь с двойственностью этого мира, жарой и холодом, счастьем и горем и так далее. Такой текст, 11 песня, 3 глава, 24 стих «Освобождение из плена иллюзорной энергии». Пожалуйста, дорогие преданные, вам слово. Кришна, спасибо большое, дорогие преданные. Поднимаем руки и вопросы из YouTube читает Кришнананда Рупа. Надя, Анандини, пожалуйста, первый вопрос. Эй, Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны. Вы сказали в лекции, что говорить о Кришне можно тогда, когда избавился от зависти. Раскройте, пожалуйста, то есть... Мне вот, как не избавившись от зависти, нельзя говорить пока о Кришне? Вот все вы понимаете как-то по-своему. Интересно мне. Интересно мне вот разобраться. Как-то все наоборот, понимаете? Наоборот нужно говорить о Кришне. Ну почему все наоборот получается? Вроде же читаем все прямым текстом. Все наоборот, понимаю. Я имею в виду, что это будет интересно, когда чем меньше зависти, тем интереснее это будет делать, тем вкуснее будет этот процесс с Шраваном Киртаном и обсуждение этих тонкостей, деталей. Это имеется в виду. Так же, как Тринатха Писуничина Киртани Садахари, да? То есть смирение, терпение нужно и почтение. И тогда воспеваешь святое имя. Но я уже воспеваю святое имя, у меня нет ни терпения, ни смирения, ни почтения. И тот же вопрос будет, видите, наоборот. Не усложняй все, все очень просто. Разыскали, пожалуйста. Кришна, дорогие преданные, Кришна, читаем вчера. Спасибо вам большое за лекцию. Я хотела спросить, вот вы говорили, что человек отходит от практики только потому, что оставляет преданное служение. Где взять силы продолжать преданное служение, если из-за оскорбления преданных пропадает желание общаться с преданными? Надо прекратить оскорбление. Дорогие мои, так можно уйти в маю, знаете, большим количеством преданных можно уйти. Целые движения могут быть раскольнические. Не шутите с этим. У нас уже, смотрите, большие ятры, старшие преданные, будьте серьезны. Будьте серьезны, это не шутки, это не тогда, когда было 2-3 преданных, которые там ругались на весь Урал. Нас сейчас тут уже сотни и тысячи, и, знаете, оскорбления могут целые ложные движения создавать. Не шутите с этим, пожалуйста. Я говорю, старшим преданным сейчас обращаюсь. Вы меня прекрасно понимаете. Вы же не дети духовной жизни. Прекратите оскорбления, и все это старше касается, главным образом. Их оскорбления наиболее могущественные. И наиболее тонкие, их трудно еще распознать даже, эти отклонения. Прекращайте. Есть шастры прекрасные, все есть практика. Вот сосредоточьтесь на этом, на полезных вещах, вдохновляющих. Только что читали все. Нужно бояться майи. Старшие преданные должны очень бояться майи. Понимаешь, что ну, ты оскорбил кого-то.
Если неосознанно, неосознанно не обладает большой силой, да, потом со временем все равно мы это сможем понять и раскаяться в сердце. То есть, ну, привычка была такая, ну, характер такой сложился, оскорбительный уже был. У всех есть материальный характер какой-то. Но как только мы это осознаем, мы должны прекратить немедленно. Ну, а потом Кришна — Господь Вселенной, Кришна есть Джаганнатха тоже. А в чем разница? То есть... Под словом «Вселенная» можно понимать любое место, где есть живые существа. Вселенная — это само слово, что означает Вселенная. Заселенная. Лока. Есть Брама-лока, Сатья-лока, есть Галока в духовном мире. Планета Вайкунхи тоже все локи, и в материальном мире тоже лока. Это все Вселенная одна для него, для Господа. Нет разницы между материей и духом. Это Джаганнат. А ты подумала, что он только Господь Индии? Или вот этой одной маленькой Вселенной, в которой живет наш Брама? Господь Вселенной. Для Него Вселенная — это весь мир, все целиком. Это Кришна. То есть Господь всех Вселенных. Да, давай, дополни, да. Подпиши там, чтобы было ясно до конца всем. Но поскольку мы в этой Вселенной живем, нам достаточно знать хотя бы это. Мы же практичные люди. Но когда ты переместишься на Галоку, ты увидишь, что там тоже Джаганнат есть. Ну да, вот Господь Джаганнат — это какая-то такая особая форма, да, какая-то непонятная для ума. Непонятная. Это форма экстаза. Как непонятно? Это форма экстаза. И Господь Чайтанья тоже превращался в такую же форму, в экстазе. Ты же читаешь Чайтанья Чаритамриту, нет? Господь Чайтанья... Господь Чайтанья тоже Джаганнатха. Господь Чайтанья тоже Джаганнатха. Он такую же форму мог приобретать в экстазе. Ну, Кришна непостижим. Я понимаю тебя. Кришна же непостижим. Махататва — это не проявленная пракрити, еще не действующая пракрити, пассивная пракрити, так скажем. Тогда это Прадхана? Прадхана — это другое название, Махататва тоже, да? То есть это одно и то же, Прадхана и Махататва? Одно и не одно. Там есть нюансы свои философские. Махататва — это энергия Кришны. В энергии Кришны есть Прадхана. В Бхагаватам 3.3 описывается, что Махататва — это совокупное сознание живых веществ. Ну да. Ну видишь, ты все знаешь. Знаю, ничего не понимаю. И я тоже не понимаю. Я думаю, что понимаешь, что ли? Я говорю, вот как раз мы сейчас читали об этом. Мы сейчас думаем о том, что мы не понимаем. Ha ha ha.
Столько энергии Кришны, малейшая тонкость, уже это другая энергия. И ты сейчас в этом подожди пока. Ну вот как есть. Пхава, Махабхава, Према, там, Маха, Према, не знаю, там, Рага, Анурага и прочее. Эти термины мы знаем, но мы еще не различаем многие вещи. Этому нужно научиться, очищая свои чувства и разум. Придет это понимание, это тонкости. В Кришне столько граней, Боже мой. И ты думаешь, там все описано, да? То, что мы читаем, там не все описано. Это все в общих чертах только описано. Вы знаете, что Брама — это тот, кто творит, поддерживает, разрушает. Санатана Госвами пишет. Мы это думаем, что Брама только созидает, создает. Шива разрушает, а Вишну поддерживает. Нет, Брама тоже. И Шива тоже, и Вишну тоже. Это тонкости. Разве Брама не разрушает частичную Вселенную, когда засыпает, разрушает? Разве не поддерживает снова, восстанавливает, давая знания живым существам? Делает это. Значит, он тоже создает, поддерживает и разрушает эту Вселенную. Санатана Госвами пишет, что все они равнозначны практически. И все же кто-то, один из них, настоящий Бог изначальный. Это тонкости. И этим все ничего не исчерпывается, дорогие мои. Еще есть много других тонкостей, которые сейчас описывать нам не нужно. Мы запутаемся в одно мгновение. Вопрос, зачем создавать Вселенную, чтобы потом разрушить ее? Много есть вопросов, которые нас сбивают с толку в одно мгновение. Если вы думаете, что это наказание живых существ, то Кришна не завидует, он никого не хочет наказывать. Вы не ответите на многие вопросы сейчас. Мы сейчас в тупик станем с вами, и весь Бхагаватам закончится. Давайте в пределах практики размышлять. Да, да, да. Любое настроение ребенка связано с родителями. Радуется, бежит к родителям, плачет, бежит к родителям. Нормально, так он развивается. Ну, получается, если плохое настроение, ну, нам, например, да может не хотеться. Да не то, что плохое настроение. Вообще я плохой. Не то, что у меня настроение плохое. Я еще плохой к тому же. Я все равно жду Кришны, правильно? Я же все равно пойду к Кришне. Тогда получается, мы их не занимаем служить, а наоборот отстраняемся от них. Ну, то есть вот, неохота идти служить, потому что плохое настроение, или какое-то беспокойство, страдание. А мы идем как бы служим, и получается, мы наоборот отстраняемся тогда от этих эмоций, а не используем их. Так? Да, придумала. Хорошо, молодец. Ох, мыслители. Ой-ой-ой. Да все же просто. Идешь к Кришне и все. Неважно, какое у тебя настроение. И все будет хорошо, трансцендентно. Выдумщики, Бог ты мой. Просто это я к чему? К тому, что у нас обсуждение было. Есть такое понимание, что ли, представление, что кто более, например, сентиментален, эмоционален, ему проще сознание Кришны. И кто из вас более сентиментален, выяснили, нет? А? Нашли самого сентиментального, нет? Пока нет. поищу, если Хриша Кена, Хриша Кеша, Сиванам Бхакти Ручете. То есть что такое
бхакти, это когда вы чувство занимаете служение Кришне. А вы говорите, сентиментальный. Сентиментальность — это другое. Когда вы забываете философские основы, татву, и полагаетесь только на чувства, это сентиментальность. А то, что вы обладаете чувствами, это не сентиментальность, и занимаете их служением. Ну вот как сентиментальность занять служение? Материальное это не на него очень. Ну а что тут? Можно как это? Раз это совсем не сложно. Это вообще не сложно никак. Вот скажи сама, как ты занимаешь уже сентиментальность? Или у тебя нет сентимента? Наоборот, мне кажется, что как бы они мешают иногда. Ну, то есть, имеется в виду, что ты можешь перепутать их и думать, что красное сознание Кришна, это у тебя просто мирские такие как бы сентименты, психоэмоциональный такой тип личности. Вот. Брахма однажды он там часть Вселенной сотворил, когда пошел в свои покои. Там уже сыновья управляли как-то. Чтобы дальше поразмыслить, как все-таки вот управлять Вселенной дальше, следующий этап. Он сел в медитацию, вспомнил Кришну, и из восьми глаз Брахмы сразу полились слезы. У тебя так же, нет? Нет. Так должно быть. А вы контролируете чувства, похоже. Нет, я шучу, конечно. Не обязательно показывать свои слезы, но чувства должны быть. Если чувства не будут заняты, то это опасно. Говорится, что тогда майя займет эти чувства. Обязательно. Чувствовать Кришну нужно учиться, конечно. Чувствовать Святое Имя, чувствовать просад во всем, как бы пытаться осознавать Кришну. Чувствовать именно. Пока мы не почувствуем притягшую Бхагаватам дхармьям, религию, да, не почувствуем, она не войдет в нашу жизнь. Она останется манадхармой, умозрительной дхармой. И непрочной. Поэтому Господь Чайтанья также рекомендовал делать театры, где преданные играли эти роли, вживались в них, переживая все эти эмоции. Он установил этот театр, и мы делаем тоже это. И книги, которые вот Шримад Бхагаватам, они очень эмоционально есть. Места, где Шукадева Госпожа эмоционально говорит. Где-то он сдерживает свой экстаз, где-то он эмоционально просто говорит. Девятая песня, она вся такая. Она. Да и в других местах, скажем, даже вот просто история Анри Симхадеви, там очень эмоциональная. Очень-очень-очень. Махабхарата описано очень эмоционально, душераздирающее произведение. Рамаяна то же самое, очень эмоционально, душераздирающее произведение. Сентиментальность, когда мы забываем татву. Вот это просто сентиментальная платформа. Как один преданный задал вопрос, еще Бхакти Чарасвами был жив тогда в Майяпуре, он после лекции спросил его, а если мы вот чувствуем через предметы какие-то, да, чувствуем одухотворение этих вещей, одухотворенность предметов, как в сказке, да, скажем, там стулья говорят, там, или игрушки начинают оживать, вот в сказке это используется. Можно, говорит, таким путем осознать Кришну? И Махараш ответил, это сентиментальное восприятие, чувственное. Ну, то есть какое-то восприятие мы должны отстраниться от него, понимать, да, что оно... Контролировать. Чувство контролируется для того, чтобы не прекращать преданное служение. Например, одна преданная когда-то мне сказала, я... Могу повторять только два круга, потому что потом экстаз, слезы, рыдаю и все. И два круга только могу повторять. Не 16. Потому что я постоянно в экстазе потом нахожусь. Стоит только мне четкие руки взять, там даже полкруга повторяю, и все, у меня уже плач, мне там
катаюсь по земле. И тогда говорится, контролируй свои чувства, повторяй 16 кругов. То есть опирайтесь на практику. Ну-ка, давай-ка сначала первый сформулируй вопрос. Первый вопрос. Как увидеть враждебность Господу? В чем она проявляется у меня? И второй вопрос. У тебя нет враждебности никакой? Откуда у тебя? Ты же преданная. Преданная не настроена враждебно. Ну вот я как понимаю враждебность Господу, когда я слышу какие-то наставления, но я же их не делаю. Почему я их сразу это, может быть, ты еще не готова к каким-то вещам. Почему враждебное слово используешь? Ты не враг преданных же. Враждебность Господу означает, что она должна преследовать всех браманов и коров убивать. Ты не делаешь этого, нет? Тогда слово враждебность тебе не подходит. Это называется индивидуализм еще. Преданное служение как индивидуалист еще человек, не враждебность. То есть в гунах природы это индивидуализм. В невежестве можно совершать преданное служение, в страсти, в добродетели. Это различные формы индивидуализма, но это не враждебность. И второй вопрос. Еще раз. Чувство независимости. То есть кажется, что все зависит от меня. Такое чувство присутствует, что я могу это сделать. Да, хорошо, нормально. Не избавляйся от этого чувства. Когда мы действуем, мы должны так и думать, что все зависит от меня, как я это сделаю. То есть это осознание долга. Я должен делать хорошо свои обязанности, думая, что если я это сделаю плохо, то будет плохо. Это нормальное сознание. А плоды нашей деятельности отдаем Кришне. Вот мы тут синонимы, да, читали в комментарии, как прозрачность, да? Ну, прямодушие, простота, прямодушие. Вот какой человек есть внутри, такой он снаружи. Вот преданные такие становятся. Когда человек приходит в сознание Кришны, то он еще как бы, ну, в светской культуре он выглядит хорошо, он старается выглядеть хорошо. А внутри у него, ну, конечно, много материализма, обусловленности. А преданный наоборот, он внутри хороший, а снаружи плохой. То есть наизнанку выворачивается в практике. Это его прямодушие. Становится прямодушным, какой есть. Но в сердце все преданные очень добры, очень хороши. Ну а вредная природа вся снаружи. Постепенно больше и больше. И даже думают, ну, еще хуже, чем в кармическом мире. Нет, в сердце преданные очень чисты. Это прямодушие, прозрачность. Если я дурак, я не буду этого скрывать в сознании Кришны. Да и бессмысленно скрывать среди преданных это. И так понятно.
когда я цитирую шастры, то все нормально. Все думают, что вот человек нормальный. Он, конечно, дурак, если так с ним просто поговорить, да? И его мнение узнать, и его эрудиции, там, его интеллекте. Обычный человек такой простоватый чуть-чуть того. Но шастры цитируют, комментарии не отклоняются, все нормально. А без этого кто он такой? Да никто. И мы это прекрасно понимаем. Вопрос из ума, а не Рудхабрагу. Как пишет Рудхабрагу, хорошо, дорогие бедные, примите, пожалуйста, поклон. Сейчас вот недалеко от Удупи вместе с усушевшей пробом. И один раз получилось о милости преданных на дальшем божеству попасть. Было такое чувство, что действительно ничего не вижу. И вот вы делились на лекции тем, что есть секрет того, как нужно смотреть божество в Удупи. Может быть, поделитесь, если можно вас попросить. Так ты уже просмотрел же, уже все. А вот как раз я чувствую, что сейчас, когда вы говорите, я понимаю, что я ничего не увидел. Все пропало, поэтому все пропало. Мне сказал один браман, который там живет, что настоящие глаза у божества выше. Их сразу не видно. Ну, это такой чисто фактор внешний. Нет, ты увидел божество все равно. Ты можешь смотреть на столб божества даже достаточно. На гирлянду божества, на корону достаточно. Ну, там просто есть свои тонкости местного характера. И потом эти люди, они живут с этим божеством, поймите. Мы просто навещаем божество Кришну Удупи. Оно запоминает нас, конечно, сразу же. Все, кто там был, кто смотрел, пытался рассмотреть его, в это окошко выглядывает и смотрит. Божество запомнит любого. Этот взгляд, эти попытки наши. Но там люди живут с этим божеством. Это другое немножко. Там гораздо больше тонкостей истории и истории с этими божествами, с местными также людьми. Я не знаю, там очень много всего. Что касается божеств, потому что там они с ним живут. А мы просто приезжаем, пытаемся увидеть его, получить дальше. Но в Екатеринбурге есть свои божества, с которыми мы живем. Вот давайте с ними жить. Не надо беспокоиться. Просто начните тоже слушать о Кришне и все. Это вопрос же вкуса, не насилия. Мы не хотим вас заставлять принять маунам. Это добровольная вещь. Если захотите со временем практики, если вы сами захотите, это будет хорошо. А навязывать мы никому это не собираемся. Мы просто говорим, что такое маунам. Просто здесь объясняется, что такое маунам. Вы должны знать. Вот, но постепенно мы, может быть, обрести такой вкус. А пока живите на том уровне, где вы живете, счастливо. Добавьте просто Кришну туда и продвигайтесь. Не беспокойтесь, не надо беспокоиться, если слышите что-то вот невыполнимое. Вы все сможете со временем. И будете очень счастливы. Цель сужения материалистов для материалистов – увеличить комфорт и дать наслаждение чувствам.
Цель служения преданных для преданных – обеспечить экстаз и наслаждение в теории духовное. Какая разница между этими целями? Выглядят одинаково. Не вижу разницы. Никакой разницы нет. Вот в этом аспекте никакой разницы нет. И то, и другое служение, но просто в разных направлениях. И если у вас билет до какого же места? До Нью-Йорка, скажем. Это столица Кали-Юги, да? То вы по этому билету не попадете во Вриндаван. Правильно? Вот в этом разница. А средства передвижения те же самые, там самолет, и тут самолет. Только разные направления. Разве материалисты не пользуют те же самые методы, не используют? Разве не используют те же самые методы они в своей как бы цивилизации материальной? У них тоже есть семья, у них тоже есть обучение, у них тоже есть почтенный возраст, отход от дел. Они тоже умирают, как и все, едят, но в другом направлении все происходит. А так разницы вы внешне не увидите, что преданные, что материалисты, они живут одинаково, и тот ест, другой ест. И спят они тоже, и семьи у них есть, и деньги зарабатывают. Но мы говорим сознание Кришны. У них нет сознания Кришны. Это разница по размеру превосходит размер Вселенной. Пропасть называется между тем и другим. Одни идут в ад, другие идут к Кришне. Разве вы не видите разницу? То есть путь страданий, описывается из Шапанишад, есть путь счастья. Путь види – это путь к счастью, путь овиди – это путь к страданиям. А методы внешне те же самые? Можно невежество культивировать как знание тоже. Такие же формы применять можно. Сегодня, если мы не узнаем о Кришне, нам будет очень трудно продвигаться. Это касается любого человека на Земле сегодня. Такая ситуация. Вся ведическая культура, она работает очень хорошо в благости, но благости сегодня нет. У нас нет другого выхода, как повторять имена Кришны. Киртанатева, Кришна Сиамукта, Сангам Парамраджет. Таким путем человек легко достигает освобождения. И причем выхода другого не будет сегодня у людей для духовного развития. Люди должны узнать имя Кришны. Это время Кришны, время Господа Читания. У нас есть еще время на вопрос. У нас время Господа Читания, поэтому у нас сколько угодно времени, да? Ну, еще один вопрос. Иногда требуется отстраниться, да, потому что, ну, может возникнуть взрыв, если человек приходит еще с демоническими качествами особенно. С ним как, знаете, как с пороховой бочкой общаться приходится. То есть там даже сказать какое-то маленькое замечание он уже не может терпеть. Может взорваться там и что-то такое, не взлюбить вас.
В этом смысле, да, можно отстраниться на какое-то время и терпеть какие-то вещи. Но это не касается администрации. Это духовный ответ. А административный ответ, если человек ведет себя как демон, то есть законы. Есть правила и законы, которые он должен выполнять. Но наставники, поэтому существуют. Есть наставники, есть администрация. То, что не может сказать, сделать наставник, сделает администрация. И то, что не может сделать администрация, может сделать наставник. Они вместе сотрудничают. Да, я согласен, люди разные бывают. Но в целом, как бы в общих чертах, это мы как исключение все-таки взяли, да, таких людей очень экстремальных, как бы социально неблагоприятных людей. А нормальные люди приходят, почему вы не можете сказать им что-то в хорошем тоне, какие-то наставления дать, помочь им, они будут благодарны. Если человек просто озлоблен на жизнь, с ним будет труднее, несомненно. Общение вот среди равных сангхи, как бы, вот, ну, есть ли это необходимость говорить там как-то правду? Да много не надо. Не-не-не, много не надо. Много не надо. Это критиковать друг друга не надо много. Лучше служить. Собрались, приготовили, накормили друг друга там вообще. Как-то проявили все самое лучшее, как бы, ну, гостеприимство, доброту, вот, радость встречи. Вот это должно преобладать. Если там чуть-чуть что-то сказали, там напомнили по необходимости, это нюанс какой-то, да, достаточно для старых преданных. Но бывает, что мы какую-то встречу посвящаем, скажем, какой-то проблеме, вот, ну, что-то вот проявилось, да, такое вот, что, о чем нужно поговорить сегодня. Да, это другое. Но тоже все равно преобладать должна в конце радость, энтузиазм, вдохновение. Все должно быть хорошо с преданными. Мы не только для критики собираемся, не обязательно только для критики собираться. Я же знаю, что в Екатеринбурге много юмора. Самые смешные преданные — это как раз в Екатеринбурге. Вот. Самые смешные харинамы, которые я видел в жизни вообще, это в Екатеринбург тоже. Поэтому у вас есть большое преимущество, у вас много юмора. Такой веселой ятры нигде не видел еще. Я вас многому научился в этом плане. Я до сих пор помню те концерты, те творческие номера, это что-то, конечно, неподражаемое. Продолжайте в том же духе. Остальное просто вы придумываете проблемы. Я знаю, вам хочется именно придумать проблему какую-то, поднять проблему, знаете. А потом тут же начинается хохма какая-то. Хорошо, спасибо большое. Шрила Прабхупада ки джай. Дорогой Гуру Махарадж, спасибо вам большое за лекцию. Вопрос, есть ли, ну вот, такие привычки или такие склонности, которые невозможно преодолеть вот именно в этом теле? То есть какие-то врожденные, может быть, или привнесенные, но их, может быть, преодолеть можно только вот сменив тело, и будет проще в другом теле? Да, необратимые процессы могут быть, в этом опасность майи. Наркомания одно из таких. Или ориентация какая-то вот неправильная. Это трудно исправить. Очень сложно. Один преданный писал духовному учителю, он в прошлом наркотики принимал до сознания Кришны, причем тяжелые. Он говорил о своих трудностях просто, но чисто духовных. Он
не думал о наркотиках. Он, собственно, навсегда бросил. Но ответ был связан с наркотиками. И там было написано, что тот, кто в прошлом принимал наркотики, его очень трудно правильно сориентировать в духовной практике. Потому что он понимает духовную практику как источник чувственного наслаждения. Сознание наркомана. Требуется, говорит, больше гораздо времени его правильно сориентировать. Вот это необратимые называются вещи, которые могут на нас давить всю жизнь. Поэтому вот эти строгие правила шастр запрещают нам какие-то вещи с самого начала, чтобы даже не касались их. Чтобы не было необратимых этих вещей, не случилось с человеком. Раз они случились, то значит, ну, нужно очень серьезно отнестись к духовной практике. Есть также грехи, которые потом преследуют человека всю жизнь, он не может освободиться от них. Ко мне однажды пришел отца-убийца, молодой парень. Он пытался стать преданным, но не смог. Он ненавидел жизнь. Ничего с этим не мог сделать. И мы не могли ничего сделать с этим. Я таких злых людей не встречал больше. Это тоже необратимо. Это очень тяжкий грех. Но он не смог преодолеть его. Поэтому нужно быть осторожным. Тяжкие грехи — это тяжелый нож. Махарадж, вы сегодня говорили о важности прощения, и у меня возник такой вопрос. То есть иногда, когда какие-то сложные, спорные, конфликтные ситуации бывают, мы должны вынести какой-то урок, например, если это там сделать какие-то выводы в общении с преданными и понимать, что, допустим, ну, с людьми, что, например, там, ну, вот в данной, то есть с этим человеком так лучше там не поступать, не говорить, ну, учитывать определенные моменты. А как понять, допустим, вот я, какая-то ситуация произошла, и как понять, я простила человека и сделала выводы, или я как бы сделала выводы, но на самом деле человека не простила, и вот где-то обиду в себе держу. Самскары остаются. То есть память остается о каком-то оскорблении, например. Если кто-то оскорбил, я буду помнить это. Память остается. Я вижу человека, я помню это оскорбление. И тут есть как бы несколько возможностей, как с этим быть, как вот это прощение. Да? Не означает, что ты не простила человека, если ты помнишь это. Важно к нему относиться позитивно. Даже с памятью, что он может оскорбить или делал это когда-то. Например, человек, если он кается перед тобой искренне, и у тебя есть сердце, ты, конечно, простишь его. И оценишь, наверное, еще больше даже в каком-то смысле. Что человек как бы необычный, да, он сам как бы признает свою ошибку глубоко. Ты к нему почувствуешь, ну, особое даже расположение. Как бы глубже поймешь этого человека. И вот эта твоя глубина прощения, она, конечно же, его сблизит с тобой. Он будет понимать, что вот тебе он может доверять очень сокровенные вещи. Ну, взять, допустим, родственников, они живут вместе, братья, сестры, мать, отец. Они же знают все эти вещи тоже, столько ошибок, столько оскорблений могут совершать. Но они прощают друг друга, чтобы жить вместе. И продолжают свое служение. И в конце жизни говорят, мы были очень дороги друг другу. Я видел, как мои родители жили тоже. То есть, ну, память остается. Но когда они уже преодолевают вот этот уровень как бы непрощения, да, вот этой вот памяти, злой памяти, они в конце жизни вспоминают уже с юмором это все, с добром вспоминают, как все было. Меня отец сбил, но я вспоминаю это с добром сейчас. То есть добродетели. Но родители могут наказать, да. И что же, я буду мстить? Нет, я...
Другой момент, если человек не раскаивается, он совершил оскорбление и не раскаивается даже в этом. И ты помнишь его оскорбление, при этом ты еще видишь, что он не понимает, что он совершает такие вещи. Он совсем плохой. Тогда ты прощаешь при помощи отречения своего. Ты понимаешь, что он в руках Господа все это. То есть под его, не под моим контролем. То есть Господь его ведет, рано или поздно он получит урок свыше. Неизбежно. И тоже у тебя нет причин таить личную обиду. Это не мое дело. Но он мне в свое время, то есть, ну, сказал какую-то правду или дал намек на какие-то мои несовершенства. Хотя оскорбительно, но Кришна же позволил им это сделать. То есть при помощи знания тоже можно немножко отречься от этой ситуации и забыть об этом. Просто забыть об этом. И если так и таким путем идти, то в конце жизни тебя спросят, как ты прожила жизнь в сознании Кришны. Скажешь, хорошо? Как же хорошо? А вот там было то-то, то-то. А я это плохо помню уже. Я помню все хорошее почему-то. А плохие вещи я уже забыл. Это отречение. И другой момент, третий момент. Мы совершаем еще оскорбления, ошибки какие-то. Вот это самое важное. Вот с этим разобраться. Почему мы не можем прощать? Потому что мы еще склонны сами мстить и совершать оскорбления. Оскорбление оскорблением ответить. Мы сами еще не свободны от этого. Вот это самая важная вещь, которая нас избавляет от других уже ошибок. Значит, самосознание важнее всего. Вот мы говорили как раз про служение, и получается, в служении самое главное — это все-таки качество, качественно его выполнять. А если возникает желание больше, больше служения, и здесь вот как совместить именно количество служения и качество? Это нужно использовать свой разум или контролировать свои... А в чем проблема, если хочется больше служить? В чем сложность? Начинаешь некачественно делать, тогда слишком много служения, и как бы качество начинает... Много плохих вещей делаешь, то есть, да? Получается так. Лучше сделать одну хорошую вещь, конечно, чем много плохих вещей. Да. И вот про выбор, конечно, служения. Но это энтузиазм, это хорошо, в принципе, что это энтузиазм. Но за качество надо следить тоже. Ну, тут, видимо, надо разум, да, использовать, чтобы правильно набирать служение. Много давать плохих лекций, да? Нет. Такое, ну, я занят за это полностью. Ну, и еще вот тоже тут маленький к этому вопрос. И, конечно, вот как правильно выбирать служение? Как бы выбираешь часто на эмоциях, которые тебе больше нравятся, или все-таки правильнее выбирать то, которое тебе предлагается старшими преданными? Это отношение. Когда старший преданный подходит, это отношение, это важно очень. И часто, если мне старший что-то предлагает, мне не хватает как бы решимости отказаться, потому что он старший. Совесть не позволяет. И мне не хочется это делать. Я говорю, ну я это сделаю. Хотя терпеть не могу. Но я улыбаюсь, говорю, спасибо, что занимаете меня. Да, это, что отношения дороже. Это ценится. Кришна это ценит. Даже больше, чем то, что мне нравится делать. Тут проявляется мой дух служения и вот этот этикет. Это правильная позиция. И с другой стороны, у меня есть тоже своя склонность какая-то природная. Что-то мне хочется делать. Конечно, это сделаю. Рано или поздно. Вы же не удержитесь. Если вы скорпион, допустим, вы же укусите рано или поздно. Вы же не удержитесь, если вы скорпион. Также, если это из природы, не думайте, что это проявится все равно где-то. Хари Кришна, мои поклоны, спасибо. Я бы хотела понять, вот не по теме лекции, по воспитанию ребенка. Вот ему сейчас 4 года, и ну вот в ведах же как бы сказано, что до 5 лет стараться его не принуждать.
но при этом тяжело находиться постоянно 24, ну, как бы и служение, и, ну, в общем, обязанности домашние, и еще ребенка, как бы. И многие родители, в принципе, ну, как бы время, место, обстоятельства, ну, там, приучают его к саду, например, или куда-то там, мини-сад, например. Но если ребенок говорит, что он не хочет, он хочет, чтобы ты была рядом, то есть это как вот к этому относиться? Это его капризы или это его еще потребность? Ему 4 и 4, ну, 4,5 получается. Эти разные бывают, надо смотреть, чтобы не травмировать. Если детский сад для него травматичен, допустим, конечно, туда не нужно давать. Если просто он не хочет, не нравится, ничего страшного, детям нужно общение. Пусть привыкает. Но если травматично для него, нет, я не рекомендую. Но держать тоже ребенка только при себе тоже неправильно. Хотя до 5 лет это нормально. Но детям нужно общение для развития. С тобой он мало чего научится. Серьезно. Ты все будешь делать за него по привычке. Шилла Прабхупада ки джай.